Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра. Новость о том, что Надежда Бабкина находится в реанимации и введена в искусственную кому, стала для многих шоком. Певицу все знают бодрой, энергичной, деятельной, болезнь с ней меньше всего ассоциируется. Между тем состояние звезды ухудшается. Надежду Бабкину доставили в подмосковный госпиталь 6 апреля. С начала месяца она боролась с двухсторонней пневмонией, но выяснилось, что это одна из форм коварного коронавируса. После госпитализации врачи приняли решение ввести артистку в медикаментозную кому. Специалисты по тонким материям считают, что убивает казачку Надю не китайская зараза, а нечто другое, к чему традиционная медицина относится скептически. «Мы имеем дело со сглазом», — заверила Дни.ру практикующая колдунья. А это не что иное, как внедрение в ауру человека негативных программ, которые способны нарушить целостность всего организма и привести к тяжелым последствиям. Попавшая в биополе низкочастотная негативная энергия приводит к дисбалансу, а в итоге происходит обострение хронических заболеваний, снижение иммунитета. Предположительно, Бабкину могли сглазить на программе Первого канала сегодня вечером. Она вышла в эфир 21 марта и была посвящена отмечавшемуся 19 марта 70-летию певицы. Снимали ее накануне. Вся передача была сплошным панегириком артистки. Нелли Кобзон, например, заявила: «Я от всей души желаю тебе становиться еще красивее, хотя больше уже некуда, Ани Лорак на твоем фоне вообще не смотрится». Многие в студии и у телевизоров завистливо смотрели на цветущую певицу, которая черта не боится. Вот и сглазили Надежду Георгиевну. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости каждый день. Спасибо за просмотр.